Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельянс, автор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я напоминаю, что в ближайшее время, а именно 2 августа, начинается наш 4-й вязальный марафон, который называется «Юбка пламя». Почему эта юбка называется «Пламя»? Я думаю, вы видите из эскиза, который я для вас нарисовала. Но на самом деле это всего лишь намек на то, как эта юбка будет выглядеть. Юбка будет необычная, дизайнерская, такой вы точно никогда нигде не видели. Она мне приснилась по итогам наших вязальных посиделок. Но, несмотря на то, что в ней будут использованы идеи посиделок, эта юбка не будет продолжением квадрата Некрасовой. Мы решили в ней сделать все-таки кривые линии. В этой юбке будет очень много разных ноу-хау, неожиданных решений. Поэтому, глядя на заготовки, которые будут делать наши участницы, если вы не специалист очень высокого уровня, то вы можете не понять, как это сделано. Поэтому, чтобы потом не жалеть, что вы опоздали, и эта юбка пролетела мимо вас, у вас остается совсем немного времени для того, чтобы подать заявку и включиться вместе с нами в марафон. До 2 августа участие бесплатно, после этого участие может быть только платное, и точно так же вы можете платно приобрести запись. В этом марафоне мы опять будем использовать разноцветную пряжу. Именно эти цвета, по нашей просьбе, нам предоставил питерский магазин пряжи «Бобинки.ру». В большей степени благодаря тому, что мы использовали дорогую качественную пряжу, изделие получилось очень элегантным и тонким. Пишите ваши заявки на наш адрес post@izbavizalnya.ru, и мы вместе с вами начнем создавать неожиданное, необычное дизайнерское изделие. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.